на Крым, Турция. Он автоматически отходит Турции. Никогда такого государства, как Украина, не существовало. Украина это такая же Россия, как Косово, Сербия. После того, как в результате переворота большевики пришли к власти, они Российскую империю преобразовали в Советский Союз. И в 1919 году они из части Российской империи создали государство Украина с русскими людьми, с русскими могилами, с русскими памятниками. Они отдали часть нашей территории вместе с народом. В 1954 году тогдашний лидер СССР Хрущев отдал своим указом русский Крым в состав Украины. В 1991 году в декабре три преступника, предатели русского народа собрались в Беловежской пуще и заключили соглашение о распаде Советского Союза. И